Зима – замечательное время года. Легкий морозец, и можно с друзьями пойти во двор. Можно слепить снеговика, поиграть в снежки, а можно покататься на лыжах или коньках. Ну или просто скатиться с горки. Ну что, пошли кататься? Девчонки, на чем вы сегодня собираетесь кататься с горки? Я на пластиковой ледянке. Я на ватрушке. А я на тканевой ледянке. Стоит отметить, что не нужно скатываться на ледянке с горки, стоя на коленях, так как ледянка может потерять устойчивость, и ребенок упадет. По той же самой причине не стоит покупать дошкольникам ледянки корыта. Ребята, скажите, пожалуйста, а может ли снегокат заменить ледянку или сани? Да, конечно, может. Снегокат — это усовершенствованная модель саней и ледянок. У него есть руль, тормоз и каркас металлический. Ну что, поехали, покатаемся? Горки города ждут вас. Вы можете прийти на площадь 3-го микрорайона, в сквер Рябиновый или покататься около церкви. Да и в каждом дворе есть горки. Ребята, катайтесь весело, проводите свои новогодние каникулы. Всем пока-пока! Пришла зима, снежно и холодно, пусть для кого-то зла, а ребятам на радость. Этот смешной народ рад, что зимой есть лед, можно нырнуть в сугроб, хоть на самую малость, с ветерком на салон. Нам снежок, зимних месяцев дружок. Зима, 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 белым бела, вьюжит она и порошит. А за зимой, как за горою, прячется где-то весна. И это ли не чудеса? А во дворе с утра бегает детва. Пригрозила морозом, жарко лишь одному, это снеговику. Он так напугал пургу красноклюквенным носом.